Привет, как дела? Как погода, а-за-за? Мне нравятся ноги твои глаза. Привет, как дела? Добавься в друзья. Давай познакомимся, давай познакомимся. Смотри, смотри, Эдисон серий просто. Рыба. Какая у меня попка? Да, да. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем в очередной раз будем играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята, мои хорошенькие. И как обычно, если вам нравится «Кто твой папочка» в Майнкрафте, если вы хотите больше серии, то не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами наберем, тем больше видео мы будем записывать вот такой командой. Да, ребят, также не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также не забывайте писать положительные комментарии, мы стараемся читать все комментарии, на самые интересные отвечать. И также давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочка на эту карту осталась в описании, и вы смогли поиграть со своими друзьями и ощутить это все на своей шкуре, так сказать. Дети, заходите в класс! Привет, здравствуйте, Эдисон! Здравствуйте, Эдисон! Привет, Игорёчек, привет, Евгения! Как у вас делишки? Я нормально. Делишки. А что, больше... Сядь вот так на стол. Нет, против. Сядь, пожалуйста, на место. Это так неудобно. Удобно, я удобно. Не вижу, я маленький, а эти стулья для больших. Да. Значит, да. Значит, на первую парту сядь. Будь. Я ничего не вижу. Я знаю, что будет. Я прям сяду на парту. Ну, ладно. А больше никого не будет, что все заболели, не знаю. Вы только вдвоем? Да. А еще мы парочка на парочку. Пары, ну ладно, если вы вдвоем пришли в школу, это... Давайте, начинаем урок, дети, начинаем урок. Знаете, какой предмет сейчас будет? Ну что, ребята, давайте будем начинать урок. Давайте, садитесь за парты, давай. Я нашел свое место, в общем-то. Нет, давай, Игорёчек, давай, вали отсюда, пожалуйста. Давай. Фу, это уже последний день школы, завтра у нас начинаются каникулы, поэтому мы начинаем новую тему. Этика и философия древнего Бердянска. Начинаем, ребята, записывайте. Записывайте. Тема урока. Бабуины, гомункулы и пионер-вожатые. Записывайте. Не хулиганить. Хорошо. А дневник дома запишу. Ну ладно, значит будем писать контрольную. Это первая тема. Сразу. Или выбирайте, контрольная или к доске. Кто к доске? К доске. Ладно. Евгения, давай к доске. Задай ей какой-то вопрос. Сегодня у нас будет такой необычный урок. Задавай вопрос. Вопрос, да? Да. 8, Евгения, отвечай. 9! Хорошо. Еще один вопрос. Следующий вопрос. Я собрался. 2 плюс 3. Евгения? А, как не стыдно, Евгения. Ты уже такая взрослая, а ничего не знаешь. Только юбки носить. Игорь, Евгения! Вашу фуражку, что вы тут забыли? Все компьютеры, они могут поломать все. Евгения, а ну вернитесь! Знаете, что я вам хочу сказать? Вы самый худший класс в этой школе. Вам уже это говорили? Оу! Ладно, хотите поиграться? Ладно, мелкий. Нашего трудовика не трогать. Он в запое уже давно. Не трогать! Наш трудовик зарос табуретками. Ну, не бей его. А хотя, в принципе, он и так ничего не соображает, поэтому... Пойдемте отсюда, дети. Давайте вернемся на урок. На урок. Дети, на урок. Может, физру? Ах, ты мужчина! Какашка выпала! С учителя выпала какашка. Или знаете что? Давайте я вам покажу секретное место в этой школе. Хотите? Да, хотим. Его еще никто никогда не видел. Это... Давайте за мной. Стреляет. Игорь, давай не хулиганить. Игорь! Стреляет, я его убью. Ладно, дети, я должен применить меры. Сейчас я вернусь. Лучше убегайте, потому что вы меня разозлили, паскуды мелкие. Сейчас я вернусь, дети. Все поломалось. А, вы разбудили во мне зло. Не зря я 3 года в тюряге зэком математику преподавал. Все, дети, будьте спокойны. Дети, успокойся. Игорь, успокойся. Ну что, дети, пошли, я вам покажу секретное место. Пошли сюда. Пошли, вот сюда, заходите. Вы такого еще точно не видели.
Заходите. Это круто. Эдисон Бас. Все! Вы наказаны, дети! Да я вас обманул! Нет! Нету выхода оттуда! Мы больше не будем! Мы больше не будем! Все! Игорь, там нету выхода? Даже не пытайся. Обманул детишек, дурашишек. Я знаю, что нужно делать. Что? Нет, Игорь, так нечестно. Игорь, успокойся. Игорь, ты же не внук Халка, как ты железную дверь ломать-то можешь? Игорь. Ты правда как-то не то. Как-то не то, Игорь. Помогите. Все, вы наказаны. Откройте, мы больше не будем. Точно не будете? Не будем. Точно не будем. Я могу вам доверять, дети. Не будем. Не будем. Ладно, выпущу только из-за того, что завтра уже каникулы, чтобы вы просто расслабились. Все. Уроков и так сегодня уже нету. Только не хулигани, пожалуйста. Ну покакать-то можно? Ну покакать можно. А я попрошу вас, пожалуйста, выйти, мы будем какать. Ладно. Помощь не нужна? Зовите, если что. Smoke weed every day. Что они там делают? Дети, там все в порядке у вас? Дети? Ой. Да, все хорошо. Все нормально, все нормально. Вам помощь не нужна, точно? Нормально, все нормально, нормально. Игорь. Ой. Что-то там не так. Пахнем. Дети. Давай за здоровье. Так. Ах вы наркоманы мелкие, что вы тут делаете? Что вы тут? Сигареты, шмаль, кокс где-то. Что вы тут попрятали? Ах вы барыги мелкие. А ну давайте сюда. Родители в школу, завтра же в школу. Вы поняли? А ну иди сюда. Вы хулиганить будете. Вы хулиганить будете. Куда вы? А ну стоять. А ну стоять. А что это такое? А ну стоять. Евгения. Где твой друг? Игорь, бежим обратно, обратно. Да нет. Я режу. Бежим, мы свободны, каникулы. Необычные дети какие-то. Так, а ну вернитесь, какашки тут раскидали. А ну вернитесь. Дети. Бежим. Не подбирай какашки. Я уже подбрал. Подобрал. Сейчас покажу. Куда вы? Бежим. Дети, а ну вернитесь. А ну вернитесь. Игорь, бежим. Дети. Евгений! Что вы там делаете? Нет! Ах, вы паскуды мелкие! Что вы наделали? Взорвали школу! Красота! Офигеть! Всегда мечтала взорвать школу. Здравствуйте! Эдисон, батька, еще будут еще уроки? Игорёчек, как ты видишь, наверное, уроки отменяются. И каникулы тоже. Вас, наверное, в тюрягу сейчас просто посадят, да и всё. Тут сколько сдавать надо? Что мне вам сказать? Я даже не знаю. Наверное, спасибо. Да, спасибо. Знаете, мне даже эта школа не нравилась. Мне эта школа не нравилась. Зарплата тут никакая, поэтому... Дети, спасибо вам. Игорёчек, пойдем. У вас там, кстати, еще водяра осталась? Или шмаль? Я там видел. Да. Вы припрятали? Да, а ну покажите. А ну пошли. Где? Пойдем. У нас тут зелете схрон. Вот тут. Где? Берите, Эдисон. Ну что, дети, погуляем честь каникул. Дети, подарочки. Честь каникул, Игорёк. Шмаль тебе. Шмаль Евгений и шмаль мне. За здоровье! За здоровье! Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков? Да, ребята, и также не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки, конечно же, будут у всех в описании. Да, ребята, не забывайте писать положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, и вы, в принципе, можете даже в комментариях предлагать идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Ну и с вами был Эдисон, Евгения и Игорь. И, ребята, всем удачи и всем пока. Всем пока. Пока.